Всем привет! Меня зовут Алина, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас с вами будет распаковочка посылки с сайта MuStamping. Все о стемпинге. Там у них очень большой выбор. Я хочу вам показать, что ко мне пришло. Вот такой красивой коробочки они присылают. Вот как раз название ихнего сайта MuStamping. Посмотрите, что у меня здесь есть. А у меня есть красота. Посмотрите, все так аккуратно сложено. Здесь у меня пластинки. Красивые. Пластины. Так, 4 пластины. 3 от Мойры. И одна от Лесли. И что интересно, смотрите, у Лесли появился вот такой трафарет. Очень удобный. Прелесть. То есть, чтобы мы сразу могли посмотреть, какой дизайн мы хотим сделать на свой ноготок, да? Подобрать. Очень удобно. Ну, давайте с нее и начнем. Вот такая пластина Лесли. Как вы уже поняли, пластина с тематикой принта. Называется Animal Instinct 2. Очень красивая пластина. С множеством разнообразных принтов. Меня особенно заинтересовала эта пластина за счет змеиных шкурок. Смотрите, сколько здесь их. Ну и точно такая же, да? Вот трафарет, он прям так же и называется. Он повторение. Так, как бы вам показать? Вот так, наверное, да? Вот, смотрите, хорошо видно на белом фоне. Повторение получается полностью наши пластины. Видите, те же самые элементы. Вот очень удобно берешь и прикладываешь на наш ноготок. И делаешь, вот, например, такой хочу я, или такой. И уже можно представить, как это будет на нашем ноготке. Очень здорово. Раньше у них таких не было вкладышей, теперь появились. Так, следующее у нас будет уже от Мойры. Японская, в японском стиле. Название у нее вот. Так и называется. 95-е. В Японии, видите. Ну и очень тоже красиво. Посмотрите, какие красивые картинки. Что-то на расстоянии вам покажу. И поближе. Цветы. Веточки, сакура, цветочки. Смотрите, какие красивые. Мне очень понравилось тоже оно. Бамбук.
А вот здесь очень красивые уже отдельные элементы, да? Здесь у нас получается как паттерн. Полноценный большой рисунок. Кстати, размер, посмотрите, какой большой. Вот мой ноготок. Сейчас у меня коротенькие ноготки. То есть на длинный ноготь, у кого длинные ногти, очень даже хорошо подойдет. И на большой прекрасно подходит. То есть хорошо будет и на педикюр размер. Вот такие цветы. Смотрите, какие милые птички. Японочка. Еще птичка. Веточка сакуры. А вот смотрите, Токио. В закате, да, можно так красиво оформить. Смотрите, вот. Вот это мне очень нравится. Можно расположить каждый элемент на разный ноготок, и будет очень красиво. Вот, смотрите, тоже какая у нас. А здесь опять уже Япония написана с бамбуком. Ихний чай, рис, тоже надпись Япония. Ихнее китайское дерево, посмотрите, какое. И еще красивый тоже цветочек. Красиво, правда, пластина? Так, давайте следующее. Это у нас аква. Все с водой. Красивые, да, упаковочки такие. Это все у нас заграничные. Лесли, правда, это делают наши. А Мойра уже за границей. Так, здесь у нас название Акватик 78. И вот такая пластина. Тоже очень, очень красивая, посмотрите. Особенно, посмотрите, какая морская пена. Ну, это просто божественно. Я все время искала вот на лето хорошую, красивую пену. Обязательно с вами сделаем стемпинг. Дизайн с морской пеной к лету. Смотрите, какие красивые у нас ракушечки. Вот. Разнообразные, да? А здесь прямо уже подводный мир у нас. Медузы с ракушечками. Вот такая. А здесь рыбки уже, посмотрите. Ой, а здесь какая прелесть. Морские коньки с цветочком. Очень уютно. Мило. Капельки. Можно тоже отдельно делать. Бабочки, смотрите, на листочках. Дождик, да, наверное? А здесь у нас милые две лягушечки. А здесь, смотрите, какие колючие рыбы. Вот еще какая у нас. Эти же лягушки, что здесь? Здесь они уже в травку забежали, спрятались. Вот, смотрите. Смотрите, это же рыбка. Так, вот это, да, наверное? Вот эта рыбка получается здесь, в другом оформлении. Смотрите еще. Кораблики с ракушками. Разнообразные волны. Очень красивая еще одна медузка. Ракушки. Ну вот еще подводные можно оформить, да? Подводный мир сделать на ноготке. Морской шнурок, да? Канат. Правильнее. Красиво, да? Я очень довольна. Ну и последний у нас вот такая цветущая сад. Тоже красивое оформление. Вот. И так и называется она у нас.
75-й Нёркесгерте. Здесь у нас тоже цветочки, уже одни цветы. Вот такие, это сразу на несколько ноготков, да, можно сделать. Вот такой. Вот, смотрите, какой красивый цветочек. Тюльпанчики. Сакура, да? Это тоже разные, кстати, да? Сакуры. Вот. Ромашка разная. Ну вот, смотрите, какие красивые. Что могу сказать? Здесь рисунки уже очень большие, да, у нас. То есть, если сравнивать с моим ноготком, они достаточно большого размера, цветы. Но мне она понравилась тем, что можно расположить так, что на весь ноготок один цветок так аккуратно положить, сделать на другой ноготок, другой цветок. Получится продолжение рисунка. Ну, очень красиво, мне нравится. Обязательно тоже с вами сделаем. Вот такая вот у меня посылочка с сайта New Stamping. Напишите в комментариях, какая вам из пластин больше понравилась. Какую бы вы хотели себе приобрести, а может быть уже у вас какие-то есть. Если вам понравились пластины, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Если еще не подписаны, подпишитесь. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, в которых мы с вами будем делать маникюрчики и еще много других распаковок. У меня в ближайшее время покупочки есть с Wildberries, еще с сайта Масура, поэтому оставайтесь со мной и будем с вами рассматривать и выкрашивать на ноготки. Также заглядывайте на мой телеграм-канал, тоже Миссис Nails. Там я публикую много фотографий с маникюрами, со сводчами лаков. Если еще не подписаны, тоже подписывайтесь. Ну, а с вами я прощаюсь. До новых встреч. Всего вам доброго. Пока-пока.